Здравствуйте! Сегодня наш видеообзор расскажет вам о стильном компактном фотоаппарате Canon EXUS 310HS. Оборудована камера 12-мегапиксельным сенсором CMOS-архитектуры. Физический размер матрицы 1 к 2,3 дюйма. Диапазон чувствительности установлен в рамках от 100 до 3200 ISO. Объектив у EXUS 310 отличается довольно широким углом обзора, равным 24 мм в 35-мм эквиваленте. При этом коэффициент масштабирования небольшой, всего 4-кратный. Светосила оптики будет изменяться от 2 единиц в широкоугольном положении до 5,8 при полном зуме. Также камера оснащена оптическим стабилизатором, а за обработку изображений в фотоаппарате отвечает графический процессор DIGIC 4. Внешность у EXUS 310 довольно эффектная. Стильная и изящная форма корпуса, изготовленного из металла, обращает на себя внимание, а сборка очень качественная. Из возможных расцветок покупателю предоставлены серебристый, золотой, коричневый и розовый. Размеры оболочки небольшие, чего не скажешь о весе в 185 грамм. На фронтальной стороне находится объектив, вспышка, стереомикрофон, а также лампа подсветки автофокуса. На правой части корпуса размещены разъемы HDMI и аудио-видео. Левая часть расположила на себе небольшой динамик. Сзади размещен выступ под большой палец. Какие-либо еще приспособления для удержания камеры отсутствуют, что несколько сказывается на эргономике, но не вызывает дискомфорта. Снизу находится штативное гнездо, а также отсек для батареи и карты памяти. Аккумулятор EXUS 310 рассчитан на 180 кадров без перезарядки, а в качестве носителя информации используются карты памяти формата SD и SDHC. Органов управления немного. Большинство функций активируется путем соприкосновения с сенсорным дисплеем. На верхней части камеры находится переключатель режимов съемки, активатор питания, кнопка спуска затвора, а также рычажок регулировки зума. Тыльная сторона почти полностью занята большим дисплеем диагональю 3,2 дюйма. Разрешение экрана 461 тысяча точек. Кроме того, изображение дисплея хорошо просматривается под любым углом. Поначалу сенсорное управление может показаться неудобным, но к нему быстро привыкаешь. Чувствительность экрана к нажатиям хорошая. На задней плоскости присутствует всего лишь одна клавиша, отвечающая за просмотр отснятого материала. Функциональное наполнение камеры весьма интересное. Интеллектуальный автомат, кроме самостоятельной селекции оптимальных режимов съемки, способен отслеживать движущиеся объекты, а также приоритетно фокусироваться по нескольким человеческим лицам. Переведя переключатель во второе положение, вы откроете довольно обширный список функций. Здесь, кроме программного режима, а также режима приоритета выдержки или диафрагмы, нашли свое место множество тематических функций, способствующих качественной съемке в любых условиях. Творческие сцены, такие как рыбий глаз, эффект миниатюры, цветовой акцент или замена цвета – стандартный набор для компактных фотокамер компании Canon. Тем не менее, данные настройки по разнообразию одни из лучших на рынке. Внутрикамерное меню удобно организовано, интуитивно понятно, а большие пиктограммы и описание функций при их активации помогут еще быстрее освоить управление. В EXUS 310 присутствует возможность видеосъемки Full HD разрешений со стереозвуком. Фотоаппарат снимает ролики достойно, позволяя пополнить коллекцию домашнего видео качественным материалом. Протестировав EXUS 310, мы получили отличные фотоснимки. Цвет, четкость и небольшое количество аберраций, неплохой динамический диапазон, быстрый автофокус, точная работа стабилизатора изображения. Все у этой камеры на высоком уровне. Тест на шумы дал неплохие результаты, с утратой качества картинки лишь после 800 ISO, что среди компактных фотоаппаратов считается очень хорошим показателем. EXUS 310 – стильная и качественная фотокамера с функцией сенсорного управления. Ко всему прочему, на сегодняшний день цена на эту модель не является слишком высокой. Если фотоаппарат для вас не только устройство для создания хороших снимков, но еще и элемент имиджа, тогда вам стоит обратить внимание на эту модель. А на сегодня все. До свидания.